Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Мы начинаем трансляцию второго матча между командой Na'Vi и командой Alliance. Ну, по пику, собственно, давайте быстренько пробежимся. Что нас интересует? Нас, в общем-то, интересует сама игра. По пикам долго здесь рассказывать, да и смысла нет. Команда Na'Vi первую игру сливает команде Alliance и... уже начинается счет 0-1, то есть команда Альянс оправдала ожидания, которые возложили на них со старта этой, вообще со старта этой игры, со старта гранд-финала. Na'Vi забирают себе Виспа, забирают себе Бэтрайдера, забирают себе Алхимика и Баунти Хантера. Сейчас представить, чтобы не Фаник играл на Бэтрайдере, невозможно. А тогда первую игру, например, Дэнди у нас отыгрывал на Бэтрайдере, и Дэнди... На этом Бэтрайдере первую игру отстоял, не сказать, что хорошо против С4 на мидлейне. Все это было, в общем-то, неплохо со стороны Бэтрайдера, но при этом сам-то он фармил, а того же С4 гнобить не гнобил. В итоге С4 у нас отстоял неплохо мидлейн, и команда Alliance за 15 минут закончила такой коллектив, как Natus Vincere в первой игре. Вообще Alliance на тот момент имели 88% побед. То есть они выиграли... практически все карты, в которых принимали участие. По-моему, одну они слили или две за весь турнир, но это не суть как важно. То есть в формате Best of 3 только кто-то их мог немножечко там потрепать, а в целом выходили победителем везде. Зора не падали, ровненько прошли по всему турниру, ну и в первом же матче еще и по Na'Vi прошлись и наказали их. Фармили лучше, чем Na'Vi, убивали больше, чем Na'Vi, и экспириенса за игру получали больше, чем Na'Vi. Ну и сейчас против Na'Vi сражаются за главный приз 1 600 000 долларов. Ну что, по банам давайте посмотрим. Na'Vi забанили у нас антимаг. Антимаг для Лоды должен был быть. В итоге забрали для Лоды Спектру. Веник, Nature's Prophet и Визаж. Такие герои мелочные, я их для себя где-то в голове называю. Герои, которые вот всякими неприятностями докучают твоим товарам, не дают нормально фармить. Плагвард, например, от Веника, Энты от Nature's Prophet и, естественно, фамильяры от Визажа, плюс все эти его неприятные штуки до 6 левела. Ну и хороший такой глобальный лейт, который к концу игры, по идее, является планом Б. Если начало не пошло, то дальше все будет великолепно. Вообще, спектра по данному пику заходит, я думаю, вы понимаете, очень даже круто. Веник дает масс-ульту. Масс-ульта у нас он сейчас профит, а Визаж тоже. Если посадит всем на голову фамильяров, то это тоже фактически масс-ульта. Ну и спектра, разумеется, за счет хаунта дорезает все, что у нас недорезано. Команда Na'Vi забирает последним пиком Энигму. Баунти Хантер здесь же для Фаника, как я понимаю. Алхимик, скорее всего, для Хвоста. Бэтрайдер для Дэнди. Висп у нас для Кура. Ну и Папи должен забрать себе Энигму. Как мне это все видится. Ну, Alliance, 12 секунд, последний пик. Герой для Адмирала Бульдога есть. Это Nature's Prophet. И нету... Бестмастер для команды Alliance, я так понимаю, вот он, герой на мидлейн, который будет стоять против Бэтрайдера. Скорее всего, С4 заберет себе беста. Тут нам ничего не показано, и никак не покажут это все. Тут очень долго, пока заберут своих героев, заберут все. Героев своих забрали. Команда Na'Vi каким образом распорядилась своими героями? Пупей забирает себе Энигму, Хвост будет играть на Алхимике, точнее уже сыграл на Алхимике Дэнди. На Бэтрайдере Куроку забирает себе Виспа, и Фаник будет играть на Баунти Хантере. Как и в прошлой игре Дэнди, как и в прошлой игре Фаник. Только вот Хвосту, Кура и Пупею других героев взяли. Со стороны команды Alliance, С4 забирает себе Бестмастера на мидлейн, Аки на Виномансере, Лода забирает себе Спектру. ЕГМ играет на Визаже, и Адмирал Бульдог будет играть на Nature's Prophet. Вообще, составчик, конечно, был звездным. Составчик, и правда, тут я пытался как-то немножко помягче всю эту стату того времени как-то представить, говорить, что они такие уж непобедимые, вроде как они очень... Были места уязвимые, Na'Vi нашли эти места, и Alliance не такая уж и машина серьезная. Сейчас вот так более-менее абстрагировавшись от всего, я понимаю, что в 2013 году Alliance, правда, были просто чокнутой машиной.
Они подстраивались под сильнейшие коллективы, играли в их игру, если это было возможно, и переигрывали оппонентов. Если навязывали свою, то вообще играть против них было невозможно. Этот Адмирал Бульдог просто каким-то чудом стал для команды Alliance, бывший No Tide Hunter. Команда Alliance нашла тогда Адмирала Бульдога, кстати, где-то в пабах, он там сколько-то ММР был у этого героя, у этого игрока точнее. Нашли, проверили, посмотрели, если не ошибаюсь, Пупей где-то какие-то пабы в свое время с Бульдогом катал на большом количестве ММР. И Адмирал Бульдог отыгрывал еще и стендына в Зонаве, потом Адмирала Бульдога к рукам прибрала команда Alliance. Что касается альянсов сейчас, в нынешнем 2015 году, альянсы не вышли на International. Альянсы, бедняжки, проиграли все, что можно было проиграть на квалификациях, все, что нельзя было проигрывать, выиграли, но от этого больше пользы не извлекли для себя. Команда Alliance не будет участвовать в 2015 году на International. Они в своей группе, группе А, на европейских квалификациях заняли предпоследнее место и смотрелись просто убого на фоне того Alliance, который мы, в принципе, все с вами помним. Alliance того времени. Алхимик. Вот давайте теперь проводить параллели с 2015 годом. Алхимик в 2013 и даже в 14... Нет, в 14 не так сильно, но в 13 использовался в роли керри. И был он просто великолепен в этой роли, потому что, я думаю, вы прекрасно все понимаете, но в это время Бестмастера забирают на мидлейне, Кура на лоу хп, Кура тоже заберут. Адмирал Бульдог сражается против Дэнди. Я думаю, что Алхимик по-прежнему является достаточно серьезным керри. Да, его немножко там резанули. Да, с ним научились играть оппоненты. И способны, в общем-то, Алхимика контрить достаточно уверенно на ранних минутах. Не давать возможности ему выформить артефакты. Тут понятно, почему Алхимика не берут, например, в роли керри. У меня есть вопросы, на самом деле, к современной мете. Почему Алхимика не берут как саппорта? Потому что Алхимик как саппорт в любом случае выходит у нас в лейт очень серьезным героем. Да, дота стала быстрее и динамичнее, бывает такое, что она там за 20 минут может закончиться, и Алхимик, который в роли саппорта играет, саппорта, стоит заметить, с хорошим станом, с дополнительными всякими штуками, типа Acid Spray, S4, кстати, второй раз отваливается. Дэнди отсюда уходит, Дэнди на лоу хп, но у Дэнди есть Firefly. По лесам, по полям просто через клиф перелетает, и никого команда Na'Vi не теряет. Просто забрали своего оппонента на миде и отправились спокойненько фармить дальше. Так вот, Алхимик в любом случае к лейте-то выходит со своими артефактами. У него вот та вещь, через которую сейчас идет хвост, это, естественно, Гривилс Грид, она позволяет Алхимику даже пассивным образом зарабатывать огромные деньжища. Там и артефакты подтянутся, там и Алхимика попробуй убей. Он все равно становится каким-то планом, пускай не А, не Б, не С, но каким-то дополнительным планом X для команды становится. Герой, который не планировался как лейт, но при этом умудрился к лейту стать очень мощной боевой единицей. Если его изначально в керри собирать и команда дает возможность, то он же просто чокнутый. Там скорость атаки громаднейшая. Там баши, по идее, вылетают нон-стоп. Если есть какие-то более-менее хорошие саппорты, которые могут подсейвить, почему не брать, непонятно. Ну, тут такие вопросы, в принципе, в никуда. Ясен пень, что никто мне на них не ответит. Ну, а команда Na'Vi на этот момент забрала себе Алхимика. Как керри, хвоста вообще не трогают. На хвоста просто забили, хвост соло фармит крипов. При этом хвост на фрифарме имеет на одного крипа больше, чем у спектры. Спектры, которая стоит против Баунти Хантера. Здесь и Фаник вроде по идее должен нарезать. Ну, Лода выфармливает очень уверенно. 27 на 7 у него крипстат, у хвоста в это время 29. 30 даже на 4. Никаких 30. Хвост еще и не дофармливает. Купи топорик, хвост. А вот, разумеется, по фарму, по нетворсу у хвоста дела поинтереснее. Тут спектра забирает у нас Фаника. Фаник отправляется в таверну. Спектра на лоу хп, но у Лоды есть чем отхилиться. Лода в итоге пополняет запасы свои денежные. Ну, посмотрите, что с Лодой. Как обстоят дела. По крипстату Лода практически не уступает хвосту. А при этом еще один килл имеет в своем активе, а у хвоста зато на 700 голды больше. Но это все пассивка Алхимика. Пассивка, которая уже третьего левела, она в приоритете для хвоста. Естественно, хвост будет обгонять своих оппонентов. Хвост первым же артефактом приобретает себе Hand of Midas, поэтому отправляться в дальнее плавание команда Na'Vi может.
у них есть вариант, который выфармит все необходимое и будет одним из грознейших, по-моему, оружий команды Na'Vi спустя некоторое время. Ну, хвоста по-прежнему никто не трогает. Он просто стоит и фармит. Сейчас будут появляться артефакты быстрее. Сейчас деньги будут капать с большей скоростью. И алхимик-то станет просто машиной для убийств. К 20-й минуте, это факт, хвост приобретает себе Quilling Blade. Вовремя, очень вовремя. Ну что, пошел хаунт у нас от Спектры. Так понимаю, где-то был организованный файт. Денди цепляет у нас с Веномансера. Аки у нас с Веномгелем, но здесь и Фаник должен подрезать Аки на УХП. Поставили Сентри Варты, такие команды Alliance, это их вряд ли спасет. Денди на хосте за С4, поливает его напалмом, заканчивается. В итоге Firefly и Фаник будет пытаться к С4 лезть, так а почему бы и не лезть? Кура здесь, у Кура уже раскручены спириты, Кура просто разрывает вместе с Фаником мидлейнера команды Alliance. С4 здесь загнобили, я понял, что он такой злой был на... пятой карте, потому что поиздевались над ним во второй карте игроки команды Na'Vi. Na'Vi тоже, в общем-то, озлобленно выглядят после первой проигранной игры. И посмотрите, что по голде происходит. 2,5 на 6-й минуте по золоту, по экспириенсу 2000 у коллектива NATO Swincer. Так, ну давайте по статье пробежимся. Лода фармил у нас в среднем 529 монеток за минуту. ГПМ 529, XPM 493. Для сравнения, хвост 553. Хвост получше фармил. Да, и экспириенс по минуту тоже больше у хвоста. Хвост вообще, как керри, тут показал, что он лучший на этом турнире. Странно вроде. Все мысли крутились вокруг Alliance, а Na'Vi, я смотрю так по показателям, в общем-то, на важных, на кор-позициях выглядели поувереннее и поинтереснее. Странно. Но это была действительно истерия вокруг команды Alliance. Они разве что ленивый не говорил. И не... Ну, это классика просто. Кумиры моментальные вдруг стали. Все сразу с детства болели за Alliance во всех катках. И Alliance стали хорошим таким мейнстримом. Вполне заслуженным. Вполне заслуженным. Это чемпион International. Еще раз обращу ваше внимание. Ну и свое в частности. Напомню себе, что... Как-то критиковать команду, которая выиграла International, наверное, не есть хорошо. Это лучший турнир, это коллектив, который на тот момент являлся самым сильным и самым сильным по факту. А не просто потому, что им поперло. Нет, им не поперло, они, правда, были великолепны в 2013 году. Команда Na'Vi сейчас доказывает обратное. 3,5 у Na'Vi по голде преимущество, 3 с копейками по экспириенсу. Тоже для команды Na'Vi. Возвращаясь к прошлому матчу, может, все-таки правильно, что Венгал у нас не такой уж и хороший керри. Не поперло хвосту на Vengeful Spirit в роли керри. За 15 минут Na'Vi отдали эту игру. Слились раз, все вместе слились два. И просто написали ГГ. 15 минут, 11 секунда. Быстро, точно и без шансов вообще на камбэк. Просто отдали первую карту в финале Best of Five. Я думаю, что это дорогого в эмоциональном плане стоило команде Na'Vi. Просто уже снизить свои шансы. То есть уже начинается счета 0-1 всего-то за 15 каких-то жалких минут. Даже не попытались камбэчить эту игру. Хвоста. Уже есть Power Trends. У него уже есть клеймор. И готовится в Shadow Blade у нас хвост. Сейчас, естественно, этот Shadow Blade было бы классно на алхимике потом в Silver Edge превратить. Но никаких Silver Edge тогда не существовало. Это все... Уже история середины 2015 года. Это была середина 2013 и даже близко не было никаких Silver Edge. Что, Бэтрайдер у нас забирает Бестмастера. За Бетом пошла погоня у нас от Лоды. Денди отхиливается, пытается выхилить его Куро. Денди просто через лес улетает у нас. Ну и дальше Даггер назад от Бэтрайдера. Бэтрайдер вообще ничего не боится. ЕГМа увидели, Денди на лоу хп. У Денди через 3 секунды будет Даггер. Firefly через 12, плевок ушел в Денди. Денди просто хейтит команда Alliance, не дает возможности вообще никуда выйти, а Денди такой настырный, Денди прет, Денди хочет драться, он почувствовал вкус первой крови, и команда Alliance, я думаю, это поняла, потому что Денди очень агрессивно себя ведет, у него достаточно хороший нетворк, он достаточно хороший, лучше, чем у Спектры, лучше, чем у мейн-керри команды Alliance. Денди уже выфармил 4800, у него уже есть даггер, у него 1000 по голде есть. У хвоста в это время уже до 10 минуты на алхимике появляется Shadow Blade.
Shadow Blade, Hand of Midas, Power Threads. И давайте посмотрим ГПМ хвоста. 673 золота в минуту. Десятая минута. Это просто чудовищные показатели. Это алхимик, он не стал хуже. Гривил Грифс вообще лучше сейчас... Гривилс Грит, точнее, сейчас лучше работает, чем работал раньше. Дольше действовали эти монетки, деньги капали. Деньги сейчас капают поинтереснее даже, чем раньше. Капали на алхимике. Почему? Как? Что не так? Почему не берут? Непонятно. Тем более, алхимик не столько, конечно, крут. Благодаря этому аганиму, который, если бы он был сапа, то можно было бы тоже смело использовать. Но смотрите, что хвост делает с С4. Просто зашел в инвизи, дал стан, С4 разорвал он на месте. Дальше погоня у нас за ЕГМом. ЕГМа тоже отправляет в таверну. Адмирал Бульдог где-то у нас там почил. Адмирал Бульдог отправляется в таверну. Команда Нави на 11 минуте идет на Т2. И будет-то его пушить. Здесь, в принципе, все необходимое есть. И Эдалоны есть. Потанковать крипы уже подходят. Пупи еще сейчас подвызовет Эдалонов и... Хвост, в принципе, под ультой и танковать может. Ну и недалеко у нас Кура, который выхилит любого, у которого уже есть Турнов Шадус. В ней есть заряды, и хилиться можно. Это не проблема совершенно. Ну, команда Нави обосновалась уже во вражеском лесу. 12-я всего лишь минута, а здесь уже все завардено от Навей. Они контролируют вражеский лес, они быстренько тут прорыв на позиции команды Alliance организовали. Теперь географически имеют преимущество, имеют инфу, где находится команда Alliance. А значит, и драться можно поспокойнее. У алхимика уже появляется Plate Mail, хвост. На 12-й минуте у него есть Shadow Blade, у него есть Midas, у него есть ПТ, у него есть Plate Mail, и хвост собирается в Кирасу. Я так понимаю, где-то минутик 15-й, гляди, и Кираса появится. Вообще 715 ГПМ у хвоста. На 12-й минуте, ну и просто запредельные цифры. Ближайший преследователь — это Дэнди, 433, против 700 от хвоста, просто чокнутые показатели. Ну, в приоритете был Гривец Грит, и почему его сейчас, еще раз говорю, не берут, я не могу понять. Да и не буду вообще понимать. Я за то, чтобы алхимик рано или поздно вернулся. Это вообще, кстати, один из героев, с которых я начинал свое знакомство с Дотой. И мой любимый керри был на тот момент алхимик. Он тогда еще имел стан, который кастовался через всю карту. 5-секундный стан, который кастуется 5 секунд, а потом вылетает. Легкие такие искорки. И неважно, на какое расстояние, но летят к... Оппонент. Ну что, Висп у нас влетает на С4. Хвост уже с раскрученной колбой. Цепляет у нас С4. С4 отправляется в таверну. Мне так кажется. Повесили на него урнов Шадоус. Отпивается С4. Хвост. Ладно, за ЕГМом, так за ЕГМом. Развалил визажа. С4 уходит на хайграунд. Увидели здесь еще и адмирала Бульдога. Колба влетает у нас от хвоста. И unstoppable для Дэнди. У Дэнди 6-0, у хвоста 1-0. С двумя ассистами. Счет 11-4. Потеряли, кстати, Виспай, потеряли у нас Фаника. Ну и Лода под Мелифейса. Готов пофайтиться, я не думаю, что стоит сейчас файтиться с хвостом. У хвоста 100 с руки, у него, кстати, 2 удара в секунду. Скорость атаки огромная для алхимика. Вторая. Второй Chemical Rage для алхимика. Дэмэджа много, уйти в инвиз тоже не проблема. Ну и, естественно, реген у алхимика огромнейший. Ну и не проблема на хвоста для, например, эншентов пойти фармить на 13-й минуте без каких-то дополнительных фишек, просто стоять и пилить руками. Acid Spray вообще даже и не использует у нас хвост. Ну и по голде Нави выигрывают 14 тысяч на 14-й минуте, очень много. По экспириенсу они выигрывают 9 тысяч, тоже все это на 14-й минуте, по сути, неотыгрываемое преимущество. Команда Нави... доказывает команде Alliance, что не так они круты, как они говорят. По крайней мере, на этом этапе, на момент второй игры гранд-финала. Вообще, по статистике героев на этом турнире в 2013 году Бэтрайдер был самым популярным героем. Бэтрайдер, на котором сейчас играет Дэнди. Бэтрайдер пикался или банился 158 раз. На втором месте был Лайфстилер, которого
продолжают банить против хвоста. Alliance в этом матче не дают возможности, а хвост как бы на лайфстиллере очень даже ничего. А вот лайфстиллер 150 раз отправлялся в пик, отправлялся в бан или пикался. Девар 149, Визаж 147, Чен 136, Висп на шестом месте 131. Алхимик 129, тоже достаточно популярен был в десятке лучших. Дарксир 128, Вивер 120 и Nature's Profit на 10-м месте. У него 107 пикабанов за весь турнир. Хвост, во-первых, под оверчарджем. Нет, по оверчарджу, просто тизер на хвоста вешает у нас Висп и таким вот образом помогает Алхимику не умирать. И Алхимика уже готова Кираса. 15 минут, у хвоста есть Кираса. Полетел Висп. Полетел на Адмирала Бульдога. Адмирал Бульдог здесь просто якорь в составе команды Alliance. Как это неудивительно, ну, это, в принципе, факт. Что тут удивляться. С4 на получал у нас от Дэнди. С4 отсюда тоже никуда не уходит. Хвост просто с руки бежит и пилит. Хвосту Кираса прилетает. У него уже 1000 голды сверху. 802 ГПМа у хвоста. Показатели просто феноменальные. Вот эти бы Нави в 2015-м посмотреть бы их. Смотрится и правда просто великолепно. Мека пошла у нас от команды Na'Vi, цепляют EGM-а. ГПМ должен повыситься у хвоста. Хвост уже доминейтинг стрик имеет, у него 1400 на руках. Теперь пришла очередь Тауру падать. Дэмджа просто куча. Во-первых, с руки неплохо валит Алхимик. Во-вторых, скорость атаки у него в ульте просто жуткая для 16 минуты. Такая, наверное, как у тролль Варлорда со второй ультой была бы скорость сейчас в современной доте. Ну и до сих пор не могу еще раз понять, почему не берут хотя бы саппортом. Саппортом, который может, например, пробустить кого угодно. Ну, того же Тини бревно впихнуть в руки Тини или саппорта. Ой, или керри, который, например, закончились у него слоты. А у Алхимика несложно, чтобы закончились слоты. Покупает себе аганимчик, тратит денежки, купил аганим, использовал аганим, получил плюс 20 ко всем статам. Получил дополнительный дэмэдж, дополнительную хпшку, естественно, дополнительную броню, и слот при этом не занял. Очень простенько, 4200 вложили в никуда. Точно так же надо кого-то пробустить, когда деньжишь миллион в лейте. Купить кому-нибудь аганим. Купил кому-нибудь аганим. Не проблема совершенно. Вообще, с этими артефактами, которые можно теперь, ну, только на алхимике с аганимом можно так распоряжаться. Занять им один слот. Точнее, не занять, а наоборот, использовать его, не занимая слот. И Муншард, который тоже у нас может съесться и слот таким образом не занимать. Но я думаю, вы представляете, что такое алхимик, который съедает Муншард, который съедает аганим. И по сути становится 8-слотовым алхимиком. 6-слотовый алхимик звучит устрашающе. 8-слотовый алхимик звучит просто жутко. У хвоста 865 ГПМ. 865 на 18-й минуте. 877. Поехали дальше. Мало. Еще Мидас откатился, и хвост не стесняется его юзать. И ГПМ взлетает до 900 практически. Совсем немножко. Хвост, иди фарми, не тупи. Порадуй нас цифрами. 23 тысячи Na'Vi по голде на 18,5 минуте. По экспириенсу Na'Vi на 18 тысяч опережают своих оппонентов. Ну, есть Кираса и 3800, кстати, на руках для Алхимика. То есть, тот же Радиант собирать, просто жиру, если беситься. Ну, или Мьёльнир, например, собрать, и вообще к тебе никто подойти не сможет. Реген такой, что страшно становится. Естественно, с таким регеном, еще и под тизером, под хилом от Веспа, от Куру, это совершенно не проблема. Ну, и хвост еще и с Эйджисом у нас, вообще ничего с ним не сделаешь. 4500 уже на руках у него. Команда Na'Vi готовится заходить на хайграунд. С таким преимуществом Na'Vi сдались в прошлой игре. Они отложили ответную реакцию на следующую катку. На 15-й минуте написали ГГ. Альянсы не пишут ГГ, хотя ситуация у них хуже, мне кажется, даже чем у Na'Vi была в прошлой игре. У хвоста есть... Ай, это просто ужас какой-то. У хвоста есть Тараска. Я сейчас смотрю, и мой ММР, и вообще мой ГПМ сжимается до мизера полнейшего.
на до 20 минуты. Так, хвост у нас начинает нарезать, развалили визажа, также убивает у нас бисмастера. S4 возвращается в файт, поднимает его в ветра. Кто это делает? Дэнди. Пошла ульта у нас от Лоды. За адмиралом Бульдогом. Через 2 секунды будет ульта у нас у хвоста. Хвост раскручивает банку. Дальше за Аки. Уикетсик уже у Дэнди. Хвост продолжает свое движение. Висп забирает у нас Виномансера. Минус 3 делает команда Нави. Дальше за S4. S4 без байбека. S4 30 секунд не будет, но здесь самое время писать ГГ. Так вот, посмотрите на ГПМ хвоста. И главное, это посмотрите на артефакты хвоста. До 20 минуты. Мы еще обращали внимание. У хвоста была Кираса. У него был Shadow Blade. У него есть Тараска, ПТ. И у него есть Мидасы. 200 у него на руках. То есть хвост сейчас, в принципе, Silver Edge имел бы по меркам 2015 года. То есть Саша туда еще докупался бы. И хвост у нас был бы затарен так, как не каждый может быть затарен. Не знаю, минуте на 50-й на алхимике. Да на любом герое, в принципе. ГПМ 946. Почти 1000 голды в минуту. Это просто жесть. Просто. Ну что, вторая игра сыграна. Команда Na'Vi выигрывает второй матч. И счет становится 1-1. Они доказывают, что не зря попали в гранд-финал. А все, что говорили о... Alliance, конечно же, правда, но правда отчасти. Бороться против Alliance можно, и Na'Vi это достаточно легко сделали. Ну что, у нас перерыв небольшой, 2-3 минуты, и врываемся на третий матч данного противостояния. По сути, 1-1, и у нас впереди Best of 3 от команды Na'Vi и команды Alliance. Это Retro International, мы смотрим 2013 год с вами, и 2013 год, гранд-финал. Na'Vi против Альянс. Интереснее матчей, по-моему, в истории Доты в принципе-то и не было. Как минимум для СНГ комьюнити. Все. Пока что не забывайте подписываться на наш канал на Твиче, группа ВКонтакте. Все это есть, ссылки вы на это увидите. Ну и услышимся через несколько минут.